Смотрите в пятницу, 6 октября на телеканале «Самарагист» программу «О животных хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Двум собакам и одной кошке нужен свой дом и ответственные владельцы. Посмотрите, оцените и заберите бедолаг домой. Впервые на телеканале «Самарагист» один из захватывающих видов спортивного собаководства – русский большой ринг. Репортаж из Москвы с площадки Чертаново. Как работают собаки-телохранители. И гость в студии – заволонтер приюта участия Светлана Максимова. Тема беседы – работы приюта и меры, которые могли бы донести информацию об ответственном обращении с животными. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самарагист» в пятницу 6 октября в 18:15.